Мы сегодня пришли в Тривандрум зоопарк, решили перекусить. Вот это кафе. Здесь такая система очень интересная. На стене большое меню, выбираешь, что покушать. На кассе оплачиваешь, тебе дают чек. С этим чеком стоишь отдельную очередь, чтобы какой-то официант принял заказ. Он переписывает с чека на бумажку, потом уходит, и ты с этим чеком должен дождаться, пока принесут заказ. Вот тоже там. Там же их принимают, там же их выдают. Очень интересная система, все стоят, ну все милые, все улыбаются, все друг другу подмигивают, типа, ну ждем, все ждем. Что-то выносит, и каждый выясняет, мне это принесли или мне, срам, сейчас, надеюсь, и нам это вынесут, пойду зоопарк Тривандрум. Это превосходное место, всем рекомендую здесь побывать. Множество различных животных, птиц, это стоит увидеть, это действительно классно. Здесь не только находится зоопарк, здесь целый комплекс, где можно погулять, провести много прекрасных часов. Это музей, исторический музей, потом ботанический сад, зоопарк. Вход в зоопарк стоит 20 рупий на человека, плюс 50 за камеру. Приходите!